Всем привет, меня зовут Сабина Арис, и сегодня я вам расскажу о сериале «Королевы Крика». Поехали! Я начала смотреть этот сериал, потому что я узнала, что в нем снимаются Эмма Робертс и Ариана Гранде. Наверняка вы уже знаете, и вы уже смотрели этот сериал. Ну а тем, кто не смотрел, я хочу объяснить, о чем он. В первом сезоне мы узнаем, что главная героиня Грейс переезжает в университет, в котором есть женский клуб под названием Капа Капа Тау. И то, что этот клуб только для элиты, очень раздражает декана Кэти Мун. И в новом учебном году она заставляет принимать в ряды своей элиты всех желающих. Ну и, конечно, после того, Капа пригласила в свои ряды всех желающих, появился маньяк, Красный Дьявол. Он убивает девушек из Капы и даже их парней. Всех. По очереди. Остальные, в том числе и декан, хотят найти этого Красного Дьявола, и он может быть прямо среди них. И в каждой серии ты думаешь, что это один персонаж, потом в следующей серии ты думаешь, что это другой персонаж, потому что тот оказался хорошим. Вот такая вот запутанная детективная. Короче, это как бы детективный ужастик комедия. Самое странное определение сериала – это детективный ужастик-комедия. Ну, в общем, мое мнение о нем просто шикарное, потому что это три жанра, которые я люблю. Я люблю комедии, я люблю ужасы, я люблю детективные американские сериалы, которые бывают всегда очень интересные. Но я думала, что если все это соединить, будет какой-то бред, но оказалось просто шикарно. Так что я советую вам его посмотреть, если еще не посмотрели. И да, напишите свое мнение об этом сериале в комментариях. Ну а на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Arrivederci!